Принесли аккумулятор от электросамоката. Клиент самостоятельно решил закрепить корпус на саморезы. И у него прям в руках взорвалось все нафиг. Вот две ячейки выгорело, остальное он успел вытащить. Но изоляции нету. Тут одна ячейка мертвая. То есть нам надо будет все это пролить термоклеем, чтобы исключить какой-либо контакт. И, соответственно, еще две ячейки сюда подклеить на термоклей, чтобы ничего не болталось, и проварить заново. То есть, если вы что-то делаете, вы сначала посмотрите, куда у вас саморез попадает. Потому что если бы это дальше загорелось, то, наверное, мог бы и весь дом сгореть нафиг.